Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Искреннее признание Энгина Акурека – каждый момент особенный, каждый момент полон любви. Энгин Акурек наконец нарушил молчание и поделился хорошими воспоминаниями с именем, которое дало ему сердце. Акурек, сделавший откровенные заявления об их отношениях, которые ошеломили его поклонников, рассказал свою историю, полную романтических подробностей. Энгин Акурек, казалось, улыбался, описывая начало любви. Историю встречи дуэта он рассказал так: «Мы встретились случайно. В нашей жизни начался новый период, и мы оказались на этом новом этапе. В то время они не осознавали, что эта случайная встреча станет для них незабываемой историей любви. Основы их любви были заложены на общих увлечениях Энгина Акурека и его девушки, имя которой он не хотел называть. Эти двое сблизились из-за их страсти к красоте природы, а также их интереса к искусству, путешествиям и книгам. Акурек сказал: каждое наше мгновение было реализовано в соответствии с нашими общими интересами. Каждое мгновение, проведенное с ним, было незабываемым воспоминанием. Романтические воспоминания дуэта были наполнены моментами, которые еще больше углубили их любовь. Делясь своими самыми незабываемыми воспоминаниями, глаза Энгина Акурека снова засияли, романтические совместные ужины, тихие моменты у моря, любование закатом. Все они полны хороших воспоминаний. Тяжелые времена были такой же частью отношений, как и теплые воспоминания. Энгин Акурек также рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись как пара, и о своей солидарности во время этого процесса. Отношения – это не только хорошие воспоминания. Наша любовь друг к другу становилась сильнее, когда мы сталкивались с трудностями. «Мы увидели, что вместе мы можем преодолеть любые препятствия», – сказала она. Говоря о своих планах на будущее, знаменитая актриса сказала: «Нам нравится мечтать вместе. Мы оба поддерживаем наши индивидуальные цели и создаем общие мечты. Разговоры о том, что мы можем сделать в будущем, всегда поддерживают наши надежды». Энгин Акурек искренне сказал: «Каждый момент, который я провожу с ним, занимает место в моем сердце, полное любви. Эти отношения очень дороги и особенны для меня. Я надеюсь, что мы продолжим собирать хорошие воспоминания вместе в будущем». Ближе к концу новости сообщалось, что в настоящее время пара состоит в отношениях, и они продолжают копить приятные совместные воспоминания. Искренняя история Энгина Акурека, которой он поделился со своими поклонниками, привела поклонников в восторг и открыла окно в личный мир пары. В результате известный актер Энгин Акурек поделился своими прекрасными воспоминаниями с именем, которое он дал своему сердцу и вызвал большой интерес у СМИ и фанатов. Романтические воспоминания пары, их солидарность в трудные времена и их мечты о будущем сделали их историю любви еще более трогательной и особенной. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Искреннее признание Энгина Акурека – каждый момент особенный, каждый момент полон любви. Энгин Акурек наконец нарушил молчание и поделился хорошими воспоминаниями с именем, которое дало ему сердце. Акурек, сделавший откровенные заявления об их отношениях, которые ошеломили его поклонников, рассказал свою историю, полную романтических подробностей. Энгин Акурек, казалось, улыбался, описывая начало любви. Историю встречи дуэта он рассказал так: «Мы встретились случайно. В нашей жизни начался новый период, и мы оказались на этом новом этапе. В
то время они не осознавали, что эта случайная встреча станет для них незабываемой историей любви. Основы их любви были заложены на общих увлечениях Энгина Акюрика и его девушки, имя которой он не хотел называть. Эти двое сблизились из-за их страсти к красоте природы, а также их интереса к искусству, путешествиям и книгам. Акюрик сказал: «Каждое наше мгновение было реализовано в соответствии с нашими общими интересами. Каждое мгновение, проведенное с ним, было незабываемым воспоминанием». Романтические воспоминания дуэта были наполнены моментами, которые еще больше углубили их любовь. Делясь своими самыми незабываемыми воспоминаниями, глаза Энгина Акюрика снова засияли, романтические совместные ужины, тихие моменты у моря, любование закатом. Все они полны хороших воспоминаний. Тяжелые времена были такой же частью отношений, как и теплые воспоминания. Энгин Акюрик также рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись как пара, и о своей солидарности во время этого процесса. Отношения – это не только хорошие воспоминания. Наша любовь друг к другу становилась сильнее, когда мы сталкивались с трудностями. «Мы увидели, что вместе мы можем преодолеть любые препятствия», – сказала она. Говоря о своих планах на будущее, знаменитая актриса сказала: «Нам нравится мечтать вместе. Мы оба поддерживаем наши индивидуальные цели и создаем общие мечты. Разговоры о том, что мы можем сделать в будущем, всегда поддерживают наши надежды». Энгин Акюрик искренне сказал: «Каждый момент, который я провожу с ним, занимает место в моем сердце, полное любви. Эти отношения очень дороги и особенны для меня. Я надеюсь, что мы продолжим собирать хорошие воспоминания вместе в будущем». Ближе к концу новости сообщалось, что в настоящее время пара состоит в отношениях, и они продолжают копить приятные совместные воспоминания. Искренняя история Энгина Акюрика, которой он поделился со своими поклонниками, привела поклонников в восторг и открыла окно в личный мир пары. В результате известный актер Энгин Акюрик поделился своими прекрасными воспоминаниями с именем, которое он дал своему сердцу, и вызвал большой интерес у СМИ и фанатов. Романтические воспоминания пары, их солидарность в трудные времена и их мечты о будущем сделали их историю любви еще более трогательной и особенной. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.